В общем, билет в зоопарк стоит 80 рублей по будням, а по выходным он стоит 100... Сколько? 100. 100 рублей, да? Да. Вот, я вам предлагаю начать с той стороны, потому что это огромнейшая территория. А кто там впереди? To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around. Welcome to my life. Як, да? Вот такой вот як у нас. Видим. Огромнейшие яки. Вот, много у них. Вот такие хвосты у них прикольные. Какой такой классный. И вот черный. Это, по-моему, это не девочка или мальчик? Это, видимо, девочка, это мальчик. Да. Вот, надо, короче, записаться в видео напротив яков. За прошлым году здесь были, и, блин, я записывал влог, но у меня камера села, короче. В этот раз я подготовился, взял 3 флешки с собой. Вот, большой фотик. Ромка еще подстрахует меня, если что, у него фотик есть. И там две этих, как две батареи, да, взял. Вот, еще здесь какие-то... О, вот эти красивые, кстати. Они получше. Какие нездоровые. Они такие классные. Я тоже так хочу. Лезь. Вообще, я как здоровый. Иди сюда, иди, я тебя поглажу. Ну иди поглажу. У животных линька. Вот как мне позволяет сделать что-то? Вообще прекрасно, да? Да. Знаете, как смотрит? Прикольно. Не зря я взял монопод с собой. Не прикольнее. Реально прикольно. Я видела в прошлый раз. А их не было, да. А многих животных, кстати, в этот раз не было, Алис. Они такие тупенькие. Кто-то бубликами кормил. О, они друг друга... Аля, они кушают. Круто. Они... Аля, у них еще голуби тут обитают. С ними, за компанию. Вообще, гляньте, сколько тут. Мы пришли посмотреть на голубей здесь. Ну да, прикольно. Кого мы встретили, ребят, вообще круто. Блин, стой, ну ты такой кадр, глянь. Давай еще раз. Давай. Вообще, гляньте. Да. Главное, чтобы он камеру не клюнул. Прикиньте, он сейчас камеру клюнет. Оп, вообще круто. А кто это? Я не знаю, но это очень красиво. Вон, вон написано. Это Эмо. Это Эмо был. Эмма, да, был. Вообще круто. Мы придвигаемся к какому-то, к какой-то клетке еще. А что это у нас? Ягуар. А где он? А где ягуар? А, вон он. Сейчас я вам приближу. Ну вот как-то так, короче, у меня больше приблизить не удается. Лежит, отдыхает, дрыхнет. Наглая рожа. Левка. Вообще, он мощный такой. Задницей к нам повернулся. Ну, как всегда. Нормальный. У него большие яйца. Вообще, мощное животное. Только не ты какай. Ну, давай не будем. Ну, не, ну, что ты делаешь? О, мы сейчас эпический момент заснимем. Мама, я вообще. Видишь, он все сделал, сейчас тебе ну, идет. Стыдно тебе, а? Вообще, ну, мощная рожа. Стыдно. Все, мы двигаемся дальше. Левка пока. Ох ты, какой тигр. Гляньте, вообще мощь. Он прям отдыхает такой. Надо сейчас будет зайти с той стороны. Лапы вообще громадные. Амурский тигр. Я так предполагаю, мне камеру вообще не надо выключать. Короче, мы продвигаемся, продвигаемся. И все новые животные, новые животные. Льва нету, кстати, там. А, он тут, да? Или это другой? Глянь, какой красивый. Во, вообще. Такая грива. А вот тот комплекс, кстати, с рыбками, Алис. Да. Вот он. Какой прикольный. Сейчас вам приближу его. О, какой. Грозный вид. Царь зверей. Вообще. Ему жарко. Вот еще один представитель зоопарка лежит. Они все... Лежат, я им жарко, капец. Ты хочешь домой такое?
Но у них кожа прикольная. Это не кожа, это шерсть. Ну, шерсть, ну, расцветка, я имею в виду, да, все правильно. Такая же пятнистая. У них кожа пятнистая тоже. Их, если побрить на лысо, они пятнистые, да. Я читал это. Идем в рыбки. Аквариум называется, короче. Без выходных до 17:00 работает. Задвигаемся. Здесь черная комната. Я буду вам просто, короче, показывать. Жарко. Вообще там мега сауна. Там очень много рыбы и очень-очень жарко. Вот, ребята там смотрят. А, они уже выходят. Вот, двигаемся дальше, короче. Прикольные рыбки. Помимо животных, в этом зоопарке очень красиво, очень классно. Здесь работают фонтаны, здесь работают люди, продаются кофе, еда, вода. Но это все, конечно, по диким ценам. Все как бы, ну, зоопарк есть зоопарк. Вот такие вот прекрасные деревья вот здесь мы наблюдаем. Вот. Очень много людей, очень много детей. Я так понимаю, некоторые пришли со школы или где-то с садиков, может. Ну, то, что видно, что их сопровождают вожатые. Вот. Я подхожу тем временем к фонтанчику. Я вам сейчас вам покажу его. Вот такой вот фонтанчик здесь работает. Вот так вот мы можем поглядеть его. Очень много людей. Вообще, вы можете наблюдать за этим зрелищем. Очень много людей. У меня понемногу, короче, садится камера, и я решил взять, достать Canon и немного позаписывать на него. В общем, все, короче, у меня сел к фотиках, и Ромка у нас будет теперь оператором моим. Я подцепил петличечку, и вы взяли Canon. Вот, офигительный фотик. И сейчас идем к речечке, чтобы покушать, посидеть, небольшой пикничок такой устроим, короче. Двигаемся к речке. Покажи речку. Блин, здесь воздух вообще какой-то прикольный такой. Ну, там, конечно, вонь идет, а здесь небольшой такой свежесть идет от воды. Мне безумно нравится. Я бы, если честно, если был бы с собой плед, я бы вот здесь вот расстелил и сидел бы. Вообще круто. Везде урны, везде чистота. Нету ни банок, ни склянок. Все, территория полностью очищается, ухаживается. Вот, я надеюсь, где-нибудь, может, хотя бы уточки будут. Вот, круто было бы. А мы же подходим к речке. Здесь вот люди сидят уже. Я нашел чудо уточек. Они прикольные такие. Все-таки моя мечта сбылась. Речка, уточки. Хотя, правда, здесь немного берег загажен. Но ничего. Мы, кстати, обустроились вот тут. И будем сейчас наслаждаться пикничком. Покушаем сейчас немного, попьем водичку. И будем двигаться дальше. В общем, отдыхаем. В общем, сидим на берегу какой-то речки. Вот. У нас вот такой прекрасный стол. И сидим, кушаем. Так что приятного аппетита, кто кушает, а кто не кушал, идите покушайте. Прикиньте, на том участке, в котором мы сидели, оказывается, короче, там написано, даже табличка есть, а вот, о том, что проведена обработка клещей. Мы тоже прочитали. Так что зоопарк не только нас еще удовлетворяет тем видами, которыми тут есть, так еще и защищает. Просто если бы у них были бы здесь клещи, у них же половина животных бы просто поздыхала. Да. Ну и плюс вот эти территории полностью вся обработана. Да. Вот так вот. Двигаемся дальше. Морковку дать?
Кормить не лизнёт, давай, не лизнёт.